Всем привет, ребят! Ну что, прошел у нас стрим, потрешивали, думаю, вам понравилось. Решил дозаписать старенькую нашу традицию, вторая сторона доната на английском сервере. Сегодня у нас неплохие топовые акции, вот такие вот плюшечки я забираю. Это, конечно, еще не все. Все как обычно, по трешечку, уже у нас есть восьмая эмблемка, новая, я сделаю восьмерочку. Потестируем ее, потом заберу другие, как бы я не особо спешу. Чем хороший тут был пак, то что тут выживание есть, камни, которые мне нужны, и питомец новый, который мне нужен опять же для прокачки силы. Ну, у меня, как обычно, как видите, книги остались в запасе. Что еще интересного есть? Огник, точнее, огник, говорю, некрос за 40 баксов уже вот. Ну, все, что хочешь, продают, в принципе, за копейки. Руны ожилы, как видите, тоже полным ходом. Ну, думаю, к Новому году будет еще куча акций, скины. Такие вот паки есть. Ну, по сути, огнекрыло можно собрать. Вот видите, сумки от 10, как минимум половину, думаю, можно собрать. Ну, то есть он здесь сотку стоит уже. Также у нас есть офигенный кристальный сундук. Я его заберу попозже. Я не помню, сколько у меня там на трату осталось. Тут тоже куча плюшек. Как видите, мы тоже их позабираем, пооткрываем. Или давайте, возможно, сейчас заберу сразу. Посмотрю, что там у меня по тратам. В общем, что могу сказать по обнове. Кто там не сможет смотреть весь стрим, герой, блин, кому выпадет вливать в него однозначно все ресурсы, потому что он будет очень, и он уже очень востребованный, и будет реально вам помогать на многих локациях, на каких я уже показал. Думаю, я уже вам больше, чем нужно, показал. Показал во всех локациях, что везде он, в любой сборке, донат, без донат, он будет реально тащить. И это очень хорошо. Если же брать донатный вариант, конечно, вы там более крутого сделаете, но я вам скажу так, что даже без донатной, если вы там поставите ему ремку, самое главное, чтобы была у вас ремка, чтобы он сразу включался, потому что на многих локациях, к сожалению, без ремки вы не сможете там особо тащить. Так, сейчас, секунду, ребят. Вот, поэтому обнова, с одной стороны, кайфовая, с другой стороны, меня больше всего взбесило, это то, что у нас. Так, давайте сейчас потрошуем, нам надо будет самики потратить. Взбесило больше всего то, что у нас эти камни на прокачку, надо придется сидеть в лабиринте. Это самое печальное, что у них есть. Так, забираем дальше плюшечки. Вот такие вот плюшки я забрал. Что могу сказать? Это топовые сервера, ребят. Так, у меня там осталось еще в сундуке забрать вот это. Нам не хватает, надо ролить. Мы сейчас сделаем быстренько вот так. Я сейчас быстренько здание подкачаю. И давайте паролем. О, кстати. Кстати. Let's go. Сколько там надо? И здесь по 150. Ну, вот так вот. Возьмем 100 штук, откроем. Попробуем свои шансы. Три игрушечки. У нас интересного отсюда может вылететь. Ну, сумки падают. Ну, честно скажу, награды тут, как обычно, фигня. Лучше в пирата сливать. Кстати, мы же самики потратили. Можно забрать последний приз. Вот, поэтому, не знаю, русский сервер, конечно, меня убивает все больше и больше, потому что такую уже дичь, честно говоря, продают, что просто заходишь и реально смешно на это смотреть. Но ничего не поделаешь. Так, что забрали? И админ панельку можно включать. Такс. Да блин. Вот люблю я эти перезаходы.
зайдем, чтобы плюшки забрать. Поэтому очень двоякое мнение по поводу обновы, по поводу русского сервера, то, что они там делают. Так, что там у меня еще при лимите? Так, еще и кристаллы и кулаки. Ладно, к этому мы потом дойдем. Поехали трешивать. Открываем, посмотрим, что нам тут все-таки выпадет. О, карта, две карты смены, ребят. Это жестко. Пока повисят. Ничего не поделаешь. Вот, по-моему, 10 осколков. Их там. Так, окей, поехали по акциям. Limited Time, календарь я не беру. Supreme Gifts мы забрали. Бонус. Так. Натраты какая-то акция есть. Поехали посмотрим. Что тут интересного? Land for Prizes. Так. Land мы не будем трогать. Проспектор не будем. Accumulation Bonanza есть еще. Окей. А тут мы ничего не можем, это старое. Так, Bingo Blast, неинтересно. Alchemic. Incover. Давайте пооткрываем, посмотрим, что тут в сундуках. И пойдем открывать самое интересное. Это топовые плюшки. Ну, честно говоря, такое. Радует, хоть задержки нет. Так, отлично. Этим мы разобрались. О, одну фею вытащили. Так, что тут еще есть? Наем, алхимик. Короче, ладно, побежали открывать плюшки. Думаю, это всем интересно. Сейчас посмотрим, что у нас тут вообще есть. Так, надо 700 продать. Такс. Кулаками мы потом разберемся. Скины у нас пока нет. Сейчас, может, пооткрываем. Вот можем 7 героев еще сделать девятки. Отлично. Это карт на следующий ровен, который будет. Он уже у нас вчера прошел. Так. Карты мы потом. Так, лабиринта сундучки. О, вот оно. Вот оно самое интересное. Четвертые сумки. Открываем питомца. Если так сравнить, на русском у нас там 30 или 40 сумок дали. А тут, блин, по 400, по 200. Разницу чувствуете, да? Ничего не могу сказать. Только одни эмоции. Кайфовый, кстати, питомец, очень нравится. Заходит на ура. Так,
Так, с этим разобрались, поехали дальше. Это порты. Откроем, посмотрим, какие тут шансы, такое себе. Так, это сумки Охника. Ребят, восьмые. Восьмые. Жесть. Просто жесть. Посмотрите, водушки, исцеление, пакт, грубая, соль. Все, что надо, есть. Сразу восьмая. Скоро девятки будут. Так, четвертые. Ну, четвертых тут, я не знаю, нам не даст из-за книг открывать. Будем пока копить. 135 Prime Run 7 левела. Я их пока оставлю. Не хочу засорять. Так, ну что, поехали. Третье пооткрываем. Посмотрим, сможем ли мы собрать командора. Так, 5, 55, 60, 70, 95, 105. Нет, не собрали. А по камнях? 3, 4, 5, 6, 7 камней. Неплохо. Плохо, неплохо. Так, сумочки следующие. Десять. Талантик новый вытащили, кстати. Не знаю, сколько у меня там талантов уже этих. Сейчас посмотрим. Три штуки, ребят. Уже три этих одинаковых таланта. Так, какие у нас тут еще продают зеленые. Так, отлично. Ну, поехали, подкачаем, наверное, героев немножко, посмотрим. Так, что там у нас питомец? Что наш питомец говорит? Можем ему еще левелок качнуть. Так, отлично. По героям. Кого бы я хотел увидеть с топовой прокачкой? Так, Минотавр. Делаем ремку девятую. Вы в комментах напишите, какие герои вы хотите увидеть. Так, ара у нас прокачанный. Тыковка. Арктика. Нам нужна будет, кстати, на многие локации, да и в любом случае надо будет качать. Есть. Так, медузка. Медузку я пока придержу. Анубис у нас прокачанный. Душек пока отставим. Так, что тут по героям у нас таких, которая нуждается в прокачке. Так. Блин. Ладно, качну. Качну все-таки девятку тут. Рину. Показывала его Рину с огненкой. Тоже его качну. Ворожай один, ворожай второй. Тут ракушка, тут СО. Пока оставим. Дерево прокачано, хром прокачанный. Так, Бигфут. Девяточку качнули. Ну, у меня на Бигфутов, смотрите, девятки прокачаны уже. Так, тут я сделаю вот так. Тоже девятую ремку качну. И пока трогать не буду. Пакт ожила. Так, Огник с девятками есть. Асурик есть. Так, Бугимен. Тоже качаем. Там у меня осталось по камешках. Так, еще на одного героя, да?
И этим одним героем у нас будет, вот так вот. В принципе, все. Пишите комменты, каких героев хотите вы увидеть, что вы хотите увидеть, где вы хотите увидеть. Лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.